Туристическая индустрия для Тверской области – одно из самых значимых направлений экономики. В будущем году турпоток планируется увеличить до 2,5 миллионов человек. А для этого необходимы профессиональные кадры. Так, в Тверском колледже сервиса и туризма состоялся второй студенческий фестиваль туризма и гостеприимства. Подробности у Натальи Чекет. В этом году тема студенческого фестиваля – традиции, обычаи, сила нашего народа. Основная часть программы – конкурс поварского дела. Студентам из разных колледжей Тверской области предстояло приготовить постное меню из 4 блюд, в том числе и десерт. На самом деле это очень сложное у них задание, но в принципе они должны готовиться к тому, что и гости в ресторанах не будут по 3-4 часа ждать, когда они приготовят, поэтому они прямо сейчас будут погружены в такие реальные условия. Во время поста готовятся особые блюда. В них не должно быть продуктов на основе молока, яиц, мяса, а также других производных из них. Однако от этого блюда не обязательно становятся менее вкусными, разнообразными и красивыми. Студенты соревнуются парами, время на приготовление ограничено. Первое блюдо – щи суточные, далее мы будем готовить голубцы и десерт. Анна Павлова. У нас там будет одна очень интересная заготовка. Мы используем не яйца, пищевой продукт, а используем воду из консервированной фасоли. У нас овощной суп с мятым картофелем, пассированными овощами и на бульоне. Десерт. Желе из банана, апельсина и киви с шоколадом в виде украшения и карамелизованным апельсином, тоже в виде украшения. За приготовлением блюд следит строгое жюри. В его состав вошли тверские рестораторы и профессионалы своей отрасли. Они оценивают первым делом вкус и подачу блюд. Во-первых, подача блюда, чтобы, соответственно, если подается, чтобы это было чистые тарелки, не заляпанные там при приготовлении, оформлении, подаче блюда. В ресторане, если выходит полный человек, там работает вся команда, и каждый знает уже, чем он должен в это время заниматься. Чтобы, если одновременно чек отдать там полностью или по курсам. В рамках фестиваля также прошел семинар по упаковке и продвижению туров, в которые включены посещение монастырских обителей, православных храмов, святых источников и родников. Также прошел конкурс «Арт-класс Кулич Пасхальный». Подобный фестиваль – это возможность талантливым и инициативным будущим специалистам в индустрии гостеприимства раскрыть свой потенциал и предложить новые идеи для бизнеса.